I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. Требовательные родители. Гейл Кац. Гейл Бет Кац родилась 8 марта 1956 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Кроме нее в семье было еще двое детей. Ее младшая сестра Алейн и младший брат Стивен. По их воспоминаниям, родители Мэнни и Сильвия Кац не были счастливы в браке. Они часто спорили и ругались из-за денег. В прошлом Мэнни являлся президентом компании Columbia Pen Pencil, но бизнес был продан другой, более крупной фирме во Флориде. После этого глава семейства взял кредит, заложив дом, чтобы купить магазин канцелярских товаров в Вестхэмстеде, которым стал управлять вместе с женой. Но вести дела совместно далеко не всегда получалось хорошо. Не сумев построить собственную жизнь, Мэнни и Сильвия возложили большие надежды на свою старшую дочь, Гейл. Однако она была слишком свободолюбивой для того, чтобы осчастливить властных родителей. Будучи подростком, Гейл отлично училась в школе и даже закончила ее на год раньше, чем одноклассники. Но вместо того, чтобы продолжить свои успехи в колледже, Гейл начала проводить большую часть времени на вечеринках, книгам и лекциям, она предпочла наркотики, и флирт с многочисленными парнями. Мэнни и Сильвия были крайне разочарованы, когда Гейл бросила колледж. У них были консервативные взгляды на жизнь, поэтому они считали, что теперь у дочери есть только одна надежда. Это успешно выйти замуж за состоятельного человека. Мать, работавшая в приемном отделении больницы, была убеждена, что Гейл должна найти мужа-врача, и часто навязывала ей эту идею. Но девушка не спешила искать себе постоянного партнера, продолжала ходить на вечеринки и свидания. В какой-то момент она потеряла контроль над происходящим и несколько раз пыталась покончить с собой из-за нестабильного эмоционального состояния и депрессии. Но вместо того, чтобы поддержать дочь в настоящем, родители стали своеобразно переживать за ее будущее. В конце концов, какой мужчина захочет взять такую проблемную девушку, как Гейл? К их облегчению, которое продлилось не так уж и долго, Гейл неожиданно для родственников привела домой мужчину, с которым ее познакомили общие друзья. Его звали Роберт Боб Биренбаум. Доктор Роберт Боб Биренбаум. Молодой человек казался идеальным как для Гейл, так и для ее семьи, жаждущий успешно выдать дочь замуж. Сын успешного кардиолога, он шел по стопам отца, проходил ординаторскую практику как пластический хирург в Бруклинском медицинском центре Маймонида. Кроме того, он был хорош собой и имел прекрасное образование, говорил на нескольких языках, имел страсть к изысканной кулинарии и катанию на лыжах. Но самым главным увлечением в жизни Боба были самолеты. Он имел лицензию пилота и устраивал для Гейл романтические свидания в воздухе. Ей нравились эти приключения, а ему нравилось то, что девушка проявляла большой интерес к его личности, поэтому они быстро сблизились. Но любовь к полетам была единственным обстоятельством, которое удерживало эту пару вместе, ведь их характер и взгляды на жизнь абсолютно различались. Гейл требовала постоянной драмы и внимания к себе, а Боб был тихим парнем, который предпочитал много работать, а потом отдыхать дома. Поначалу их роман казался волшебным, вспоминала ее сестра Алейн, но вскоре начали поступать первые тревожные сигналы. Сестра стала свидетелем многих странных и пугающих поступков со стороны Боба. К примеру, однажды они все вместе ужинали в суши-ресторане, и в какой-то момент Боб стал буквально запихивать еду в рот Гейл, а потом попытался сделать это и с Алейн. Постепенно Боб стал демонстрировать все больше агрессии и попыток контролировать каждый шаг возлюбленной. Он стал говорить ей, как нужно одеваться, причесываться, и даже запрещал включать в доме свет без разрешения. Мечта матери о зяте врача сбылась. Друзья Гейл были немного шокированы, когда она приняла его предложение руки и сердца, несмотря на то, что жаловалась на его характер и неспособность удовлетворить ее сексуально. Сильвия, мать Гейл, напротив, была в восторге, ведь ее мечта о зяте враче сбылась. Она совершенно не подозревала, что дочь делает это только из корысти и желания не подвести родителей, и при этом имела любовников на стороне. Незадолго до свадьбы Гейл позвонила Олейн в истерике и сообщила о том, что Боб только что пытался удушить их кошку в туалете. Но на попытке сестры вразумить и предостеречь девушку от брака с опасным человеком, Гейл отвечала, нет, 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 олень, мы избавимся от кошки, и тогда все будет хорошо, потому что он поверит, что я его люблю. Приглашения уже разосланы. Вместо кошки олень посоветовала ей избавиться от Боба. Но, тем не менее, они поженились. Несчастливый брак. Как и предполагалось, их брак стал ничем иным, как одним бесконечным конфликтом. Гейл чувствовала себя обделенной вниманием из-за того, что Боб много работал в больнице. Бобу, в свою очередь, надоело, что он целыми днями спасает жизни людей и возвращается домой, где ему высказывает претензии обозленная супруга. Гейл также была разочарована тем, что зарплата Боба не позволяет ей тратить деньги, так как, по ее мнению, этого заслуживала жена врача. Она несколько успокоилась, когда в январе 1983 года родители Боба предложили им снять новую квартиру в шикарном районе Верхнего Истсайда на Манхэттене. По настоянию Боба Гейл вернулась к учебе, чтобы получить специальность психолога. Также она начала подрабатывать, выполняя разные поручения состоятельных женщин в квартале, начиная от готовки, заканчивая выгулом собак. «Гейл великолепно справлялась», — говорила одна из ее клиенток Франческа Маккартни Билл. Однако мы все были немного озадачены тем, что она была замужем за врачом и выполняла эти задания. На короткое время, благодаря роскошной квартире и учебе, Гейл показалось, что у них с супругом все наладится. Но это была лишь временная отсрочка неизбежного. Как позже рассказала полиции соседка Беренбаумов, она знала, что сегодня воскресенье, не глядя на календарь, потому что это был единственный день, когда Боб и Гейл находились дома вместе и бесконечно ругались. Их ссоры становились все более напряженными, в то время как Гейл кричала в истерике, Боб только подливал масло в огонь, прибегая к радикальным мерам, чтобы успокоить жену. К примеру, он хватал кухонный нож и приставлял его к своему животу, угрожая покончить с собой. В ответ Гейл, зная, как сильно Боб презирал курение, поджигала в доме сигареты и наполняла его дымом, издеваясь над мужем. Домашнее насилие. Эта привычка оказалась для Гейл Вредный особенно. Однажды вечером, после того, как девушка провела несколько часов дома в компании одного из своих ухажеров, который якобы помогал ей с учебой, она вышла на балкон квартиры покурить. Она еще не успела спрятать пачку сигарет и окурки, как Боб вернулся домой. Муж пришел в ярость, обнаружив, что от нее пахнет дымом, и снова начал говорить с ней о вреде курения. В ответ Гейл стала насмехаться над ним, перечисляя все то, что ненавидела в супруге. Боб схватил ее за шею и начал душить. Он осознал, что сделал, только когда понял, что Гейл без сознания. Когда она пришла в себя, Боб стоял над ней в слезах, повторяя ⁇ Мне очень жаль, я никогда больше этого не сделаю ⁇ В течение следующих нескольких дней... Гейл рассказала об этом нескольким друзьям и своей сестре Алейн Кац. Близкие посоветовали ей обратиться в полицию, что она и сделала. Но из-за того факта, что Гейл добровольно продолжала жить с мужем, полицейские не стали реагировать на заявление. В 1983 году домашнему насилию не уделялось такого внимания, как сегодня. Гейл тоже была не готова предпринимать чего-то большего. Она говорила своим близким, ⁇ Я умная, моя любовь это вылечит, это сработает ⁇ консультация у семейного психотерапевта. Но когда подобных инцидентов стало больше, Боб и Гейл решили обратиться за помощью к семейному специалисту. Их консультантом была доктор Шелли Джуран. После первого же сеанса с Бобом психотерапевт была встревожена и настояла на том, чтобы Боб вернулся домой и попросил его жену позвонить ей. Позже она заявила «Я боялась, что Гейл уже мертва». Доктор Джуран почувствовала облегчение, когда Гейл набрала ее номер. Специалист тут же предупредила девушку о том, что личность Боба показалась ей нестабильной и опасной, и настоятельно призвала ее уйти от мужа. В ответ Гейл поблагодарила ее за потраченное время и заботу и добавила, что у них все в порядке. Джуран не могла продолжить консультировать Беренбаумов, и в конце концов их направили к другому психотерапевту, доктору Майклу Стоуну, который согласился встретиться с ними как по отдельности, так и вместе. В ноябре 1983 года они несколько раз приходили к нему на сеанс. Вскоре Стоун, как и Джуран, убедился в том, что жизнь Гейл в опасности. По его мнению, Боб был психопатом, на это указывали следующие факторы. Жестокость физическая и психологическая, агрессивность, склонность к насилию, трудности в выстраивании социальных отношений, жестокое обращение с животными, эгоистичность, нарциссизм, гиперконтроль в отношениях, склонность к манипулированию. Он называл его жестоким слабаком, говоря о том, что есть особый вид нарциссов, самодовольных снаружи, но крайне неуверенных внутри и компенсирующих эти проблемы за счет агрессии по отношению к близким. Опасения Стоуна дошли до того, что он составил письмо и попросил Гейл его подписать. Вот его текст. Доктор Стоун посоветовал мне по соображениям собственной безопасности в настоящее время жить отдельно от мужа. Если я не прислушаюсь к этому совету, я должна принять последствия, включая телесные повреждения или смерть от рук моего мужа. Я освобождаю доктора Стоуна от ответственности за любой подобный случай. Но Гейл не стала подписывать это письмо и проигнорировала рекомендацию держаться подальше от Боба. Где Гейл? Вечером 6 июля 1985 года трехлетние ссоры... И взаимные оскорбления достигли кульминации и вызвали самую сильную бурю, с которой когда-либо сталкивались супруги. После того, как один из любовников Гейл сообщил ей, что ему звонил странный человек, Гейл поняла, что Боб, вероятно, узнал о ее изменах. Настало время сделать тот шаг, которого она так долго боялась. Гейл сказала Бобу, что хочет развестись. Хотя Боб и был огорчен, он принял это заявление спокойно. Но когда Гейл добавила, что хочет, чтобы он содержал ее наполовину своего годового дохода, пока она заканчивает учебу, мужчина начал нервничать. Он возразил ей, и тогда Гейл стала угрожать ему, что будет требовать алименты через суд. Более того, по ее словам, она располагала некой информацией, которая могла бы разрушить не только карьеру Боба, но и карьеру его отца. На следующее утро в доме Беренбаумов разразился новый скандал. Гейл обрушила весь свой накопившийся гнев на Боба и в ярости рассказала ему о своих многочисленных романах на стороне, в конце добавив, что никогда не любила его. Через стены соседям были слышны их крики, стук каблуков по полу и хлопанье дверей. Неожиданно наступила тишина. Позже Боб рассказал, что его жена ушла в центральный парк, чтобы немного остыть. Но Гейл так никогда и не вернулась. Начало расследования. Через несколько дней Боб обратился в полицию и сообщил о пропаже Гейл. Он указал на ее ранние попытки суицида, их разговор о разводе, но, разумеется, не упомянул о рекомендациях специалистов, которые говорили о том, что он может быть опасен. Мужчина знал об этом, поскольку подслушивал телефонные разговоры. Первоначально полиция посчитала Гейл очередной сбежавшей женой, затерявшейся в миллионном городе, и поставила ее имя в один ряд с тысячами других пропавших без вести в Нью-Йорке. Однако семья Гейл к тому моменту уже во всех красках, знавшая о том, что происходило в браке Биренбаумов, заявила, что девушка была убита собственным мужем. Родственники снова и снова звонили в отделение полиции и требовали, чтобы дело рассматривалось как убийство. Расследованием занялся детектив, Томас О'Мелли. Он допросил Боба Беренбаума в качестве подозреваемого. Его алиби заключалось в том, что после ссоры и ухода жены он уехал на машине на день рождения племянника в Нью-Джерси, а после виделся с коллегой в вест Оринже. Через несколько часов после четвертой встречи Беренбаума с полицией его влиятельный отец помог ему нанять адвоката по уголовным делам. Скотту Гринфилду тогда было всего 27 лет, на три года меньше, чем его клиенту, которому он действительно сопереживал. Жена его предала, полицейские допрашивали, родственники обвиняли. Никто не хотел найти его жену, но все хотели его посадить. При этом Гринфилд и сам говорил, что Боб казался ему странным и чересчур растерянным. Впрочем, так о нем отзывались и многие другие. Его описывали как человека эпохи Возрождения, лишенного некоторых социальных изяществ. Один коллега вспоминал, что Боб был гениален в операционной, но настолько неуклюж в общении с людьми, что часто просил медсестер поговорить за него с пациентами. Мог ли такой человек убить свою жену? И мог ли он быть настолько наивным, чтобы оставить в квартире ее сумочку, как одну из улик. Вы собираетесь мне сказать, что они поссорились, и моя сестра вышла на улицу без сигареты и бумажника?» – задавалась вопросом Олейн Кац. «Все очень просто. Хотя он, очевидно, блестяще справился с тем, чтобы избавиться от тела, он настолько социально неадекватен и психологически наивен, что мысль о том, чтобы выкинуть сумку, никогда бы не пришла ему в голову. Кацы были в ярости из-за родителей Боба, Марвина и Нетти, которые, по словам Олейн, делали оскорбительные замечания в адрес полиции и в адрес ее сестры. Беренбаумы, в свою очередь, тоже были рассержены, ведь их сына обвиняли в убийстве. К третьей неделе фарс в Центральном парке стал еще более абсурдным. Семьи Кац и Беренбаум почти перестали разговаривать. «Дошло до того», – комментировала Олейн, – «что мы видели Боба в парке, и это было похоже на противостояние двух лагерей. Он, его адвокат и его родители были в одном лагере, а мы вместе с детективом О'Мелли в другом. Говорят, они даже снимали те листовки, которые мы расклеивали, когда искали Гейл. Однако одна из листовок все же попала в руки Майклу Стоуну, психотерапевт, который предвидел, что Гейл ждет что-то очень плохое. Он убил ее, коротко прокомментировал новость мужчина. На протяжении расследования почти вся информация, которая поступала в СМИ, исходила от него и от сестры Гейл, Алейн Кац. К осени 1985 года История без вести пропавшей девушки была практически забыта. Количество статей в газетах сократилось, несмотря на яростные попытки Олейн сохранить дело в силе. Она даже отложила свой вступительный экзамен на адвоката, чтобы полностью посвятить себя поиску улик, и иногда помогала детективу Омелли. Однажды она пришла в квартиру Гейл и Боба, чтобы забрать вещи сестры. К ее приходу многие из них уже были сложены в пакет. Беренбаум хотел оставить себе только лыжи супруги, ее велосипед и некоторую посуду. Ничего из того, что могло бы напоминать ему о возлюбленной, только то, что было связано с его личными хобби. Забирая все остальное имущество Гейл, Олейн осознала «я выносила для него мусор». Всего лишь через пару месяцев безрезультатных поисков жены – Боб возвращается к обычной жизни и начинает заводить новые знакомства с женщинами. Приводя их в свой дом Ему часто приходится оправдываться, почему на автоответчик вдруг приходит сообщение с воплем «Убийца». Он перестает публично высказываться о жене и не говорит никому из новых партнерш об этой истории. Бортовой журнал как улика. Спустя год осенью 1986-го окружная прокуратура Манхэттена взяла дело в свои руки и передала его главному следователю Энди Розенцвейгу. Именно он обнаружил первую и очень важную зацепку в расследовании. Зная о любви Боба Биренбаума к полетам, Розенцвейк сверился с данными аэропорта Нью-Джерси, в котором тот часто арендовал самолеты, и обнаружил, что в день исчезновения Гейл, Боб совершил двухчасовой полет на самолете Cessna 172. Об этом не знал никто, включая всю семью Биренбаумов и полицию. Ранее, во время допросов, Боб указывал, что именно в это время он находился на дне рождения племянника. Более того, запись в бортовом журнале была неумело изменена, цифры исправляли ручкой другого цвета. Розенцвейк предположил, что Боб убил свою жену, поместил ее тело в сумку и сбросил багаж с самолета в Атлантический океан, над которым совершался полет. Но этого было недостаточно, чтобы выдвинуть обвинение. Расследование полицейского управления провалилось, и, к сожалению для семьи Кац, Боб оставался на свободе. Он закончил свое обучение и стал квалифицированным пластическим хирургом. Но его карьере пыталась помешать Алейн, сестра бывшей жены. Она отправляла в больницы письма, в которых предупреждала медработников о том, что Боб являлся опасным человеком. Это обстоятельство мешало ему получить хорошую должность. К тому моменту Боб встречался с адвокатом, женщиной по имени Сэнди Шиф. Сэнди много раз рассказывала прессе, что их отношения были замечательными, и они ни разу не ссорились. По ее словам, Боб был нежным и чутким партнером, и она не могла представить, что человек, растерявшийся как ребенок, когда у него однажды украли кошелек, мог бы убить жену и суметь избавиться от трупа. Тело неизвестный. В 1989-м, спустя 4 года после пропажи Гейл, на берег одного из пляжей Статтен-Айленда выбросило обезглавленное туловище неизвестной женщины. Это было время, когда ДНК-анализ еще не получил широкого распространения, поэтому судмедэксперты пытались выяснить, принадлежало ли тело пропавшей Гейл, сравнивая рентгеновские снимки грудных клеток. Семья Кац была опустошена, хотя в заключении врача содержалась информация, что вероятно, женщина погибла намного позже, чем исчезла Гейл, родственники были уверены, что это она. К тому же, кто, если не хирург Боб Биренбаум, мог искусно отделить голову от тела? Останки были захоронены на кладбище Маунт Сион в Квинсе. Несколько месяцев спустя Сильвию Кац, мать семейства, похоронили рядом с этой могилой. После исчезновения дочери она неустанно повторяла «Как я смею позволять себе быть счастливой, если я не знаю, где она?» Я могла бы сделать больше, я могла бы дать ей денег, чтобы она ушла от Боба и переехала жить к нам или сняла бы квартиру. Через пять лет не стала я отца. Это убило моих родителей, говорила Алейн. Единственное утешение в том, что они умерли, веря, что похоронили свою дочь. Новая жизнь Боба в Лас-Вегасе. К 1990 году Беренбаум переехал в Лас-Вегас и устроился на работу в частную клинику пластической хирургии своего друга он приобрел собственный самолет и периодически вместе с группой других хирургов летал в Мексику, чтобы сделать бесплатные пластические операции нуждающимся детям. Из-за этого Боба стали считать местным героем и даже опубликовали его фото на обложках журналов. Хотя он все еще и казался чудаком, теперь у него были деньги и собственный самолет, на котором вместе с новой девушкой, доктором Стефани Янгблад, он также отправлялся на горнолыжные курорты по выходным, чтобы весело провести время. Однако идеальным был только первый год их отношений. Внезапно все возобновилось. Боб вновь стал проявлять чрезмерную агрессию, и пара обратилась за помощью к специалисту, который порекомендовал Янгблад завершить отношения, потому как Боб представлял угрозу. В отличие от Гейл, девушка последовала этому совету. В 1996 году Биренбаум женился во второй раз. Его избранницей стала доктор Джанет Хлоэт. Вместе они переехали в Майнот, штат Северная Дакота, где вскоре у них родилась дочь. Боб всегда хотел иметь ребенка, и теперь его мечта осуществилась. Прошло более десяти лет с тех пор, как Гейл пропала. У Боба была жена, дочь и отличная работа в совершенно новом месте. Казалось, прошлое наконец-то стало прошлым. Но, как говорится, прошлое ⁇ это только пролог. Расследование возобновлено. Тем временем... Вернувшись в Нью-Йорк, Розенцвейк приближался к выходу на пенсию и занимался расследованием нераскрытых дел. В его списке было и дело об исчезновении Гейл Кац. В 1998 году он повторно связался с родственниками пропавшей девушки, чтобы получить согласие на эксгумацию выкинутого на берег тела, которое они захоронили много лет назад. Специалистами был проведен ДНК-анализ, который показал, что эти останки не могли принадлежать Гейл следователи решили повторно допросить всех фигурантов дела, включая самого Боба и женщин, с которыми он встречался. Одно интервью удивило следователей больше остальных. Бывшая подруга Беренбаума Роберта Карновски рассказала, что как-то ночью мужчине позвонили из полиции Нью-Йорка и сказали, что некто видел его пропавшую жену. Он ответил им, что перезвонит позже, и положил трубку, после чего, как ни в чем не бывало, отправился спать со словами сомневаюсь, что это Гейл. Другие женщины, вступавшие с Бирн Баумом в длительную связь, свидетельствовали о том, что периодически наблюдали его острые вспышки гнева и в конце концов принимали решение закончить отношения. Обвинение и суд. Имея на руках не самые точные доказательства, следствие все же смогло добиться того, чтобы 6 декабря 1999 года Бобу было предъявлено обвинение в убийстве. К ужасу обвиненного, судьей была назначена Лесли Крокер-Снайдер, известная в обществе как «Ледяная королева». В своих решениях она была так хладнокровна, что после вынесения приговоров некоторые влиятельные осужденные заказывали ее убийством, поэтому женщину всегда сопровождали телохранители. Адвокат Боба Скотт Гринфилд осознавал, с какими трудностями они столкнулись. Он посоветовал Бирнбауму нанять еще одного, более опытного адвоката по уголовным делам. Однако это ничего не дало. Спустя 15 лет Боб Биренбаум наконец предстал перед судом. Мы знали, что это будет самое тяжелое слушание за всю нашу практику. Все обвинение было построено на абсолютно косвенных доказательствах, сказал один из прокуроров. Самой сложной задачей для стороны обвинения было убедить присяжных, что Биренбаум мог управлять небольшим самолетом и одновременно вытолкнуть из него тело. Для этого они сделали небольшое демонстрационное видео, чтобы объяснить. Как это могло происходить? После того, как присяжные также выслушали письмо психотерапевта Майкла Стоуна с подробным описанием рассказов Гейл о жестоком обращении мужа и увидели исправленный бортовой журнал, им потребовалось всего лишь пять часов, чтобы вынести приговор «виновен». Я никогда не забуду, как я сжала руку брата, хлопнула его по бедру и переспросила «Виновен?», вспоминала Алейн Кац. «Я только что это услышала?» После стольких лет родственники Гейл наконец, испытали облегчение. Боба Биренбаума приговорили к 20 годам лишения свободы. Он не признал вину и желал добиться отмены приговора. Все его попытки провалились. И все-таки убил. Спустя годы заключения в 2020-м, на слушании по условно-досрочному освобождению, Боб сделал шокирующее заявление, сознавшись в том, что правда убил свою жену. Я хотел, чтобы она перестала на меня кричать и напал на нее, говорится в сценограмме слушания, полученном ABC News. Когда его спросили, как это произошло, Бернбаум ответил, что задушил ее, после чего сбросил тело самолета в океан. Он также сообщил, что убил жену, потому что был незрелым и не понимал, как справиться со своим гневом. Признание шокировало всех участников дела, потому что именно эта версия прозвучала почти сразу после исчезновения Гейл и позже была представлена на суде. «Черт побери, вы что, издеваетесь надо мной?» – воскликнул один из следователей. «Я был ошеломлен, потому что всегда думал, что день, когда он признается, уже никогда не наступит. За эти годы тело Гейл так и не было найдено и, вероятно, уже никогда не будет». Дорогие подписчики и гости канала, как вам кажется, что заставило преступника все же сознаться в убийстве спустя такое внушительное количество времени? А также, если бы вы хотели, чтобы на нашем канале прозвучали истории, которые могут быть вам интересны, пишите об этом в комментариях.